Ребятки, всем привет! На канале «Расскажите». Слушайте-ка, вот мы в прошлый раз смотрели вот на этот фудтрак, который у нас открылся на Варварке, рядом с фонтаном. Вот решили все-таки попробовать здесь взять по хот-догу. Вот, Вовке взяла хот-дог с говядиной, вот, а тебе взяла с курицей. Вот, и водичку вот молодой человек делает. Это вот современный фудтрак. Сеню с Федей проверим, да, как готовит. Не, а там нормально такая, там можно убрать. Да, кто из них Федя? Это я, но не Сеня, я, но не Федя. Ну да. Все, он там можно сесть, он там вроде по суше. Сейчас посидим. В свете. Ну, немножечко. Сейчас перекусим, попробуем. Что-то мы все ходили-ходили, нюхали-нюхали. Приятно, кстати, у них пахнет так. Решили такие, попробовать. Да. Тем более с говядиной там отменили, короче, горчицу, отменили пенис халапеньо. Потому что Вовке халапеньо нельзя. Не, а прикольно, печка это, такая, да, прям? Это печка Веста, вон так красная. Это для пиццы. Попробуем. Там сейчас это тоже ребята взяли и пошли. Они что, здесь будем? На улице? Хот-дог. Или до дома? Зачем? Что, здесь прям на улице? Съел, иди. Съел, иди, да. Хот-дог — это такая универсальная еда. Раз, на ходу. Она то, говорит, есть, то ее сразу нет. Да-да-да. Тем более, вид такой классный. Очень хитрый предмет. То ее есть, раз то и нет. Хот-дог есть, то его сразу нет. Ну, вам, наверное, плохо видно, но, в общем, вот так вот оно получилось. Сейчас будем есть. Бери салфетки, вот вода. Сейчас будем пробовать, что тут такое вкусненькое. Приятного тебе аппетита. Ну, ты возьми как-нибудь так, чтобы это, аккуратненько, давай. Салфеточку. Давай руками, грязные не надо. Во, салфетку возьми. У тебя руки грязные. Все чисто. Лучистая, да. О, ничего. Ой, у тебя сзади. Ой, колбаску летает. Ну как-то это вот так вот, да, выглядит. Сейчас колбаску летит. Кстати, сухой лук здесь, как у нас вот. Мы тогда покупали в споре. У меня с красным луком еще он салфетку берет. Так, ну давай грязные руки, там не могу. На как ты ее купил? Ты схватил так сбоку, вот, да. Да, и все сейчас. Вот, снизу, вот, вот так вот возьми, и все. Лучше пускай это выливается вот так вот. Все. Давай, налетай. Давай. Вот. Приятного тебе аппетита. Фастфудник ты мой. Вкусно? Ну что так? Горяченько. Все, я попробую. Ну что, вроде ничего, так. Вкусно. У меня куриная. Ничего так. Вкусненько. В общем, отрываемся с мамой. Перекус. Не можем дойти до дома. Сосиска вкусная, да. Наслаждайся, вон салфеточку еще возьми. Короче, Вован потерял сосиску, весь устряпался. Ты потерял сосиску, дед. Да, вон она валяется. Я с ним поделилась своей сосиской. В общем, у нас все как всегда. Но удовольствие полный штат, кстати. А, человек поглощает булку на улице. Кайфуем, Вася. Сейчас приедешь, как-то надо будет замыть. Хотя бы. Поросенок вон. Видите? Насладился? Вон, водичку пей. Эй, кто-то там писал, что Вова хорошая, да. Это, сила воли. Ага. Да, сила воли. Сила воли, да-да-да. А что я такого съел? Салат айсберг и сосиску. Ага. Он с таким остервенением ел эту колбаску, что она у него даже половинка вылетела. Скорее. Он весь устряпался. Да, и ты тоже. Да, конечно. Я хоть это аккуратненько. Вот сейчас идем в спортмастер, чтобы купить средства для стирки. Там уж тебе кто-то говорил взять, а ты... Ой, ну конечно. Я же не думал, что ты так быстро устряпаешь куртки. Конечно, да. Вот ты сейчас окатишь и будешь знать, блин. Ой, типа мгновенная карма, да? Да. Ах, ты писька бедная. Ну, вообще, на самом деле, мне не очень понравилось. Вообще, на самом деле, мне, конечно, не очень понравилось, потому что, ну, такой себе. Ничего такого вкусного, они чуть теплые, эти сосиски. Правильно, они ужасные. Ну, может быть. Но самые вкусные, по-моему, знаете, когда мы были в Сочи, вот там вот, на Красной Поляне, на высоте, вот там было очень вкусно. Либо мы были очень голодные. Воздух был. Да, скорее всего, возможно. На высоте 3, блин, 1000 метров была. Ну, да, наверное, из-за этого было очень вкусно. Ну, а тут так себе. Так немножко побаловались. Вот зашли в такой вот магазин, Apple Shop.
Яблочек свеженьких не завезли, да, к сожалению. Вот. Но я тут присмотрел себе новую игрушку. Вот такой вот моноблёк. Все равно я хотела компьютер обновлять. Я прям кайфую. Такой красивый, ребятушки. Ты с цветом определилась? С цветом? Не знаю. У Вована тут одна проблема. Тянет ли он танки? Да. Ну, вообще, конечно, классно. Но вот это вы, конечно, разъемы. Тут считайте вот эти вот 4 Type-C и все. То есть к нему максимум только придется вот такую штучку подкупать, то есть которая уже официальный разъем. Так очень интересно. Вот такие вот магазины у нас есть классные. Эх, жалко, у них новых яблочков не завезло. Так мы тоже зашли, мы тоже думали, что тренажка, не тренажка. Не, хороший такой молодой человек попался. Все рассказал, все подсказал. Ой, мне так понравился вот этот моноблок вообще. Вообще. Ой, это прям классно. Не тянет, и его брать не буду. Он плохой. Не, просто у меня есть как бы мысли основной компьютер, то есть домашний, сменить, потому что он уже прям старенький. Сколько я уже имела? Год 4, наверное. Или даже 7. Нет. Ну, лет 5, наверное, да? Вот, так что вот нужно будет еще. Господи, вот, вот начнешь, да? И вот это тянешь, тянешь, это надо, это, и это хочу, и это хочу. Блин, он классный, офигенный. Короче, идем домой. Все. Посмотрели, пошупали. И пойдем дальше. Дайте рекомендации по дозировке. Вот еще средства. На таблице ниже. Сильно загрязненные места предварительно обработать средством. Я тебе говорю, достаточно нам полтюбика. Ополаскиватель для белья. Не используешь? Не используешь. Вот такое средство хотим взять для стирки. Пусть режим отжима. Да? Ну, значит, деликатный. Кстати, я вот не знаю, девочки, почему. Ну, это, наверное, такая вот куртка. Только на, блин, этой вешалке сушить. Да? Вот, смотрите, у меня, видите, у меня вот эти краешки, они почему-то как засалились. Хотя мы их носим-то неделю всего лишь. Когда успели. Вовчик тоже, вот видите. И как понять, ну вот скажем, две, блин, куртки и что на таблице? Мне кажется, полтюбика достаточно. То есть 20 это миллилитров? Ну да, чуть, может быть, больше половинки и все. Вот, и девочки, я вот не знаю, как вот с этим бороться. Ну ты ходишь, оно как-то вот об шею, что ли, трется. У меня уже там все сальная куртка, что, неделю всего лишь ношу, когда успела. Что-то хотим сейчас скинуть, постирать. А что такое? Magic Fresh. Это освежитель. Кроссовки. Освежитель воздуха. Кроссовки. Освежитель кроссовки. Вот этот то нажимаешь. Это колпачок. Да. Это полный, это 30. Да, 30 миллилитров. Да. А чем, так короче, 20, берем? Если не сильно. Да. А есть вот средства 20. Против этих. Против, как ее? Это. Ну как наверное. Ноутбук, что ли, чтобы водоотталкивающее средство. Да. Угу. Кстати, там, блин, куртки есть такие. Что-то. Так, давай возьмем вот какой-нибудь вот отсюда. А целый, не целый? Ну-ка. Да, это тоже целый. Сейчас, ну-ка, возьми-ка сравни-ка. И поверни. Там, вот этот. Ну, все, берем. Так, смотрите, мы, короче, взяли помело. Вот такой вот помело. Сколько? 1000 рублей у нас получилось, да? 1000 рублей, 1052. И нам еще, смотри, какую штучку дали. Видите, у них новая система акций. Блин, а нас как раз не будет в это время. Так, давай, что у нас тут? О. Взяла еще два вот таких вот очень вкусных сывороточные штучка. А-ля кефирная ананасовая. Масло взяла, вот такую огромную, 400 грамм. Так, вот. И взяли вот такие вот миди. Мы что-то вчера прям влюбились их. А помыла я в руке та понесу. Точно? Ну хочешь, давай засунем. Давай. Ты бутылку достань воды, которую у нас сейчас будем пить. Книжку. А, книжечку, да? Давай, берем. Ну, туда иди. Да, давай. Сюда. Вот. 1052 рубля. Ну, как всегда, помыла, блин, рублей 300-400. А там масло не это? Нет. Вот такие дела. Видите, нам уже, оказывается, у них там какая-то новая система будет 4 октября. Получается, блин, у нас как раз в это время не будет. Вот. Короче, я так поняла, купонная система, как в Америке. То есть, видите, как это сделали вообще. Обалденно, да? Прикольно, да? Купонная система, как в Америке. Но там, видишь, оптом видел? Надо покупать. Там оптом. Там этих паст нужно 6 взять, чтобы ну, каждая единица. Она, считай, на 100 рублей дешевле. Ну, считай, на 139, да? Ну. Каждая.
Там плюс еще видел такая система, что там получается каждый день какие-то новые акции. Да. То есть не просто вот, например, вот это вот пришел и купил. То есть, например, 12-го такая акция, 13-го такая акция. А нас не будет 4-го по долгое время. Что не факт, что нам это все дело пригодится. Вот так, но в любом случае огромное спасибо продавцам Спара. Да. То, что нас любят, нам подсказывают всякие акции хорошие. Да. Наташке отдай. Да, кстати, надо. Наташке отдай, да. Она постоянно ходит, да. Блин, подъедет и заберет. Да. Кстати, надо почитать там, что там за акции. Есть супер Спармен, а есть супер Ваванмен, который донесет ваши покупки до дома. До дома, да. Так вот. Вот. Всего за одну сосиску. Всего одну. Во, я тебя уже покормила, да. Так что ты сейчас с одной сосиски давай. Супер Ваванмен. Смотрите, он набил как это, как черепашка. Кстати, а реально мы прямо сейчас экономим в пакетах с этим рюкзаком. Так, отправляем наши курточки. Деликатный режим. На деликатный режим. 30 градусов, полоскание дополнительное, да? Сделаем. Вот полоскание и 400 оборотов, наверное, да? Да. Экономия времени. Так вот, пускай. У нас там не сильное загрязнение, поэтому пол колпачка пускай у нас стирается. Потом заодно посмотрим, как это будет. Так, ребятки, смотрите, что нам еще дали. Вот вкусняшку. Такую, сейчас я вам покажу. Все. Ой, вон тут танки из хрена, блин. Танки. Так, это какой-то такой салат с перцем а-ля лечо с огурцами. Какая вкуснятина. Да, но мы это потом. Короче, мы тут взяли еще маслица. Мы тут взяли еще фигню такую. Вот. И прочее. Блин, Вован все сбил, весь настрой. Говорю, иди режь салат. Он говорит, о, танки. Я говорю, какие нафиг танки? Так, где у меня тут рыба? Надеюсь, она мне разморозилась. Так, дайте-ка я поставлю. Да, все, рыбка у меня разморозилась, это супер. Так, еще мне потребуется масло, мне пока не надо. И это. Я сейчас все-таки его заставлю делать салат, ибо нефиг. Да. Пожалуйста, порежь салатик, милый мой, любимый, дорогой, единственный. У нас уже, кстати, курки уже практически достирались. Вот, так что это здорово. Масло тут еще купила. И вот такие штучки еще тоже взяла. Смотрите. Это у нас миди. Взяла две. Они, кстати, по акции 89 рублей. Вот такая штучка. И взяла вот Вован изъявил желание вот таких что-то. Кальмар. Щупальца. Щупальца кальмаров. Вот, так что взяли. Немножко побаловаться. Так, вот это тоже пока убираем. Имя любимое мое. Ну и, конечно же, масло. Так, сейчас, короче, рыбку быстренько помою, порежу и поставлю ее жариться. И сделаю ее в омлетечку. Вот, вот, пришел вешать куртки. Да. Молодец. Вешаю. Забираю ее, вешаю. Надеюсь, что они отстирались. Надеюсь, что вот этот ворот отстирался. То я переживаю с этим воротом. Конечно. Я, кстати, не знаю, почему он у меня так сильно салится. Это прям сказка для меня. Ну, носили куртки-то неделю всего лишь. Когда успели? Вот, все. Соль. Кстати, как делаю рыбу? Вот, в муку, соли. Еще, кстати, надо соль купить. Вот, в муку, соль. Перемешать и все. Все, занимайся этим. Давай. Можно я как-то рыбку пожарю? Ты что, один-две куртки что не принесешь? А, кстати, она, наверное, мокрая. Все, Ван пошел вешать. Они прям мокрые такие. Ну, как я делала, там щадящая, короче, стирка. Вот как там написано. И все. Все, помешала. Все, и вот наша рыбка, смотрите, вот у меня такой морской язык, очень хорошая рыбка, брала свежую в Спаре, сейчас ее пожарю, сейчас она немножечко обжарится, и потом
этой. Залью омлетиком немножко. Будет очень вкусно. Она такая нежно-нежная получается вообще. Просто если ее так делать обычно, она как желе получается. И она прям расходится. То есть, ну, не очень такая хорошая. В плане того, что... ну, сложно ее, короче, жарить. То есть, она форму свою не сохраняет. А вот благодаря этому омлету она становится такая нормальненькая. Поэтому я обычно делаю в омлете. Вот такой морской язык. Мой друг Миша очень обожает такую рыбу. Вот, я так делаю периодически. Вот. И, кстати, она такая менее зажаристая. Так, каждый кусочек вот так вот в соли, в муке. И обжаривается. Сейчас она немножко прижарится. Я ее переверну и залью этим омлетиком. И все. Делов-то. Мейкапы. Нормально. Так. В общем, короче, у меня здесь нормально рыбочка жарится. Сейчас буквально 5 минут и омлетиком залью. Он пока у нас сделал салат. Огурчик, помидорочки. И вот еще капусту мы влюбились. Пекинская капуста. Прям муа, сказка. Мы когда салатик делаем, обязательно его мнем. Потому что так он более сочный, вкусный получается. Так, моя рыбка практически готова. Ну, точнее, ее просто нужно перевернуть сейчас. Надо посмотреть. И залить вот таким вот омлетом. Ну, обычный омлет самый. Яйца, молоко. 4 яйца, грамм 100 молока, соль. Вот, ну, сам простой рецепт. Я вот так делаю, мне очень нравится рыба. Получается, нежнятинка. Нет, рыбка пока еще не готова. Пока ее переворачивать рано. Еще немножечко колер схватится. Немножко ее разделить, чтобы она спокойно переворачивалась. Будет нормально. Будет замечательно. Морской язык мне вообще очень нравится, такая рыба. Кто-то считает, что это рыба-падальщик, кто-то там это. Но мне она нравится. Кстати, как вы к ней относитесь? Какую рыбу больше предпочитаете? Белую, красную? Все, рыбку я уже перевернула. Она немножечко прижарилась. Все. Кстати, такая рыба жарится вообще моментально. То есть буквально 5 минут с одной стороны и все. Сейчас можно уже заливать ее омлетом. И под крышечку, под маленький огонечек. Вот. Омлет такой. У нее очень много молока, чтобы сильно она не отсыревала. Так вот, залила. Сейчас надо еще перчика черного сверху. Ой, будет вкуснота. Это самая вкусная и нежная рыба, которую, если вдруг вы не готовили, обязательно попробуйте, приготовьте. Просто муа, сказка. Этот морской язык, он стоит, кстати, недорого. Ну, погашу. Ну, в принципе, знаете, в магазинах продают под одним брендом, скажем так. Под одним маркой. Марки Пангасиуса. Ну да. Под маркой Пангасиуса. Да, такой рыбы нет. Да. О, красота. Красота. Все. Кстати, очень такой достаточно диетический рыб. Хотя, наверное, не диетический. Не умею я готовить диетический рыб. Все. Смотрите. И закрываем крышкой, даем, чтобы наша рыбка, вот, и омлетик у нас тоже прожарился. Поставила, кстати, сейчас на этот рис, хочу отварить белый рис, посмотрите, вкусненький. Будет салатик, вот Вованчик делает. Молодец, ты же моя умничка, ты же мой хороший мальчик. Вот, и вон этот, есть у нас мидии, вот эти вкусненькие. В общем, как я и говорила, будет рыбный день. Понедельник. У нас воскресенье, у вас понедельник. Все, ребятки, всех люблю, всех целую. Это наш вариант ужина. Чем питаетесь вы, что обычно готовите, как издеваетесь над рыбой. Я издеваюсь вот так вот. Всех люблю, всех целую. Увидимся на Мукбанке. Всем спасибо, всем пока.